Лежи, отдыхай. Да, как ты себя чувствуешь? Лежи, лежи, мой зайчик, лежи. Нельзя вставать. Сейчас домой с тобой поедем. Да, мой зайчик. Чуть-чуть такой еще бодлитый. Что такое наша доброта, друзья? Это не только спасти ребенка, прооперировать, облегчить ему страдания и боль. Ему предстоит еще одна операция, друзья, только теперь уже по снятию конструкции. И опять будет нужна ваша помощь. Друзья, помочь ребенку в беде – это не значит помочь один раз, а помочь его вылечить полностью. Спокойный, тихий, да, маленький. А ведь он так страшно кричал, ребята. Так страшно кричал, что я даже не представляю, как можно было слышать этот крик и оставаться равнодушным. Но, слава Богу, хороших людей много. Добрых, отзывчивых, тех, кто помог спасти. Ну, что, мой Златый? Встал, походил, лег, да? Ну, давай вместе работать будем. Давай. Специально расстелила ему. И он притопал сюда, чтобы лечь рядом. Ну, будем работать, ребенок. Будем работать, да? И искать тебе дом. Обязательно хороший дом. Обязательно. Роланд совсем маленький. Ему от силы месяца 3, несмотря на то, что он крупный. У него зубки совсем иголочки, и они еще даже не думают меняться. Ребенку от силы 3 месяца. От силы, ребята. Поэтому он так сильно кричал. Он просто маленький ребенок, совсем маленький, которому очень больно. И спасибо всем, кто помог его спасти. Спасибо, друзья, и мы надеемся на вашу помощь. Совсем маленький и такой большой. Маленький по возрасту и очень крупный для своего возраста. Это Роланд. Ребята, ребенок, которого мы с вами спасли, сделали операцию. И вот спустя сутки ребенок уже не плачет. А ведь гораздо лучше, когда ребенок подходит к тебе, чтобы приласкаться, а не чтобы попросить помощи. Да? Маленький мой вреднючий, хороший. Мамин. Да. Тепло, наелся, обезболивающий укольчик сделали. И ребенок чувствует себя хорошо, даже потихонечку ходит. Хотя стараемся ограничить его пространство. Такой большой с виду и такой трогательно маленький, который топает за мной по комнате, где бы я ни была, и тут же падает ложиться, только чтобы быть рядом. Друзья, это Роланд. Спасибо вам за него. Спасибо. Огромные люди. Сопелка, ему надо обязательно быть привязанным к человеку. Есть такая часть собак, кто очень сильно завязан на человека. Роланд из этой серии. Друзья, почему кто-то готов спасать, а кто-то в это время принимает законы, чтобы убить? Разве они не доказали то, что они разумны? Что это просто отдельный народ, существующий, сосуществующий с нами веками, спасающий нас, а мы